мало. Во-во-во-во-во, теперь сюда, куда ты в жопу, задний ход назад, ручник. Охренеть, просто эта карта, это прям безумие сплошное. Как глич, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в прохождение новой и крутой карты в Майнкрафте, как обычно, ребята. В этой серии вас ждет приключения, гонки на лодках и многое другое совместно с прохождением нереально тяжелых уровней, ребята. Все это вы увидите в новой серии, но перед этим, как обычно, не забываем ставить лайки, потому что, ребята, чем быстрее наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новое видео. Честное слово, ребята, через час набираем 1500 лайков, через час выходит новая серия. Я вам даю свое слово, ребята, слово Эдисона своим любимым подписчикам, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Все, что вас требуется, это просто потратить на меня 2 секунды. Одну, чтобы поставить лайк, одну, чтобы подписаться. За это, ребята, я выпущу для вас новое видео как можно быстрее и буду вас любить еще больше. Ведь вы мои друзья и вы мои подписчики, ребята. Больше не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем приступать. Что вас ожидает в этой серии? Вас ожидают небольшие гонки на лодках. Это не совсем гонки, вы, в принципе, сейчас, ребята, все увидите. Но перед этим нам в глаза бросается нереально крутой текстурпак. Тут у нас написано то, что это мокрый пол. Тут написано приветик, тут все Redstone, командные блоки, схемы. И это создатель карты, который нам подмигивает. И также указывает в нас своей ручонкой. Ну привет, привет, ты хочешь, чтобы мы побили твою карту? Мы сейчас, ребята, это постараемся сделать. Тут у нас 5 уровней, и каждый предыдущий уровень разблокирует каждый следующий. В принципе, это все банально, все просто. Правила такие же, и прохождение такое же. Нам от одной точки нужно доставить вот эту лодку в другую точку. От А до Б. Прям как какая-то задача по математике или что-то еще, ребята. Это мокрый пол, или можно назвать льдом. То есть это очень сложное управление. Ребята, ссылочка есть уже в описании. Вы можете зайти, вы можете скачать эту карту. Я не делаю так, что, мол, как многие ютуберы, там набираем столько-то лайков, выходит, я выкладываю ссылочку в описании. Нет, ребята, я специально для вас уже с самого начала выкладываю ссылочку. Вы можете зайти и скачать. Ссылка уже в описании, ребята. Заходите и также проходите вот эту карту. Ну, это первый уровень, это обучающий, ну, в принципе, обучающий уровень. Нам нужно добраться от одной точки в другую точку. Это было очень просто, потому что это только прямая была. Но сейчас, ребята, это будет очень тяжело, потому что мы начинаем, и это будет второй уровень. И, ребята, нам нужно... Ух, как это будет сложно, ребята. Нам нужно добраться от одной точки в другую точку. Но не так-то все просто было бы, не так-то все просто это бы казалось, потому что у нас есть только 10 секунд, чтобы добраться от одной точки в другую. Это, ребята, так тяжело, что вы себе просто не представляете. Это тут такое хреновое управление, что вы, наверное, никогда такое управление в жизни не видели. Это очень сложно. Ребята, я еще раз повторяюсь, скачивайте эту карту и соревнуйтесь со мной. Вы можете побить меня и просто-напросто выиграть у меня и забрать приз себе, если, конечно, будет какой-то приз. То есть, ребята, вы можете пройти эти 5 уровней быстрее, чем я. Но это очень сложно, я вас сразу предупреждаю. Те, кто очень нервничают, как я, когда проходит какие-то карты, то лучше не проходите, потому что эти 5 уровней просто-напросто взорвут вам башкенцию на мелкие кусочки. И хоть я уже умер, может, 5, 10, 20, 35 раз, я уже начинаю кипеть потихонечку, потому что это, ребята, только второй уровень. И это так сложно, мать его. Это падает уже нахрен в эту пропасть тьмущую нафиг. Это так сложно, ребята, что вы себе просто не представляете. Может мне прекратить проходить вот такие карты? Ребята, вы не замечаете то, что с прохождением вот такой карты я становлюсь еще более и более каким-то психом. Нахрен каким-то сыном Джокера или внуком Дэдпула, потому что это можно сойти с ума. Вот эти карты меня когда-то доведут, и я просто-напросто реально поеду в... Нахрен, поеду в комнату с белыми стенами, где меня залатают смирительную рубашку, и я больше оттуда никогда не выйду. Пожалуйста, дай мне пройти, мать твою, второй уровень. Это так сложно, что вы себе не представляете. Тут нужно играть каким-то нахрен дрифтом, что ли. То есть дрифтом на лодках. Это только в Майнкрафте такое может существовать, дрифт на лодках. О, почти. Пожалуйста, пожалуйста, я прошел, ребята, я прошел второй уровень. Мне понадобилось 10-15 минут, чтобы пройти нафиг второй уровень по счету. Что будет дальше, я даже не представляю. Я
даже не представляю. Тут у нас будет какой-то мега-супер прыжок, потому что я вижу то, что... Куда мне вообще поворачивать? Куда мне? Тут тормозить нельзя, ребята. Тормозов у вас в этой игре просто нету. На этой карте у вас тормозов нету. Вам нужно... Охренеть. То есть я еще могу и не допрыгнуть. Там нужно еще и скорость набрать какую-то гигантскую. Уси-муси-пуси. Надоедь, ты уже... Какого... Вареника, ты стоишь на месте и крутишься нахрен. Яйцами двигаешь и просто-напросто танцуешь на одном месте. Нет, вместо того, чтобы просто-напросто двигаться вперед и продвинуться на 2 метра вперед и дойти до финиша и закончить прохождение третьего уровня. Нет, ты будешь стоять на месте и будешь танцевать. Давай! Да! Ребята, ах, мы уже задрючили твои три уровня, да? Да, подмигиваешь нам, извините, но мы не пиди-пиди голубые, вы поняли, что я имею в виду. Что это за хрень? Что это за хрень, ребята? А, нам нужно вперед или нам нужно... Да, значит не вперед, значит нам или налево, или направо, или и налево, и направо. Ух ты ж, ни хрена себе. Это, как я понял, какие-то переключатели. Это переключатели. Нам нужно нажать на вот эти переключатели. Твою мать, да допрыгни ты уже нахрен, а? Допрыгни ты уже нахрен. Эх, жопа тяжелая. Это какие-то переключатели, ребята. Охренеть просто. Охренеть просто. Да куда ты ж... Да допрыгни вот так. Что это за хрень? Ребята, кто-то мне объяснит. Теперь сюда, куда ты в жопу, задний ход на затручник. Охренеть просто эта карта, это прям безумие сплошное. Как мне вообще туда добраться? Как это вообще возможно пройти эту мать его карту? Мы катаемся на каком-то... Мы катаемся на каком-то мокром полу, льду, или называйте это как вам угодно. У нас нету ни тормозов, мы не можем нормально поворачивать... Мотка, мать его, дрифтует на мокром полу. Это нахрен... А что? Кого? Где? Когда? А, новая передача на Первом канале, нахрен. Что это такое? Что это, мать твою, такое? Это, знаете, какие-то выживания, нахрен. Может... Да нажми ты уже, мать... Как нам остановиться? Как нам встать на одно место? Как нам нажать на кнопочку и как нам продвинуться дальше? Как я... Мать моя женщина, да допрыгни ты уже, жопа жирная. Как я должен на вот этой лодке по одному блоку туда пробежать, потом вернуться обратно, потом еще в другую сторону пойти, вот там нажать на вот эти переключатели и потом еще вот сюда вперед добраться. Так, потихонечку. Возвращаемся обратно потихонечку. И потихонечку мы плывем, твою нахрен Охренеть. Ладно, я ща назадрочу твою карту, я ее ща побью с первого раза. Давай, дрифт. Дрифт, мать твою. Дрифт. Дрифт и ручник. И вот так, на бок. Пожалуйста, в этот раз давай получись. Я тебя просто прошу. У нас 20 секунд есть. Да ты вообще нахрен с ума сошел? Да я тебе кто, Флэш? Я или я во времени знаю путешествовать, или я время знаю останавливать. Как это вообще нахрен возможно? Давай, разворот, поворот на 360. Плывем нахрен. Плывем на лодке по земле. Стоять! Да нет! Да твою мать! Вперед! Ну доедь, пожалуйста, да. Сейчас сюда, в эту сторону, пожалуйста, тормози, пожалуйста, затормози. Тварь, да. Пошел? Ух ты ж. Жопа радужная, побили мы твой четвертый уровень, сейчас пятый уровень, я надеюсь, что это будет просто, да, просто.
Лут. Так. Еще раз. Мы поднимаем лук, а я могу нет, не могу. А я понял, ребята, что нам нужно делать. Смотрите, смотрите, я там видел цели, я там видел цели. Вот, стой, твою, ах, ты ж, стой на месте, пожалуйста. Вот, стоять, тормози, вот. На, нет, не туда, на. Вот, поехали дальше. Ух ты, так, сейчас. От первого лица это вообще нереально пройти, нахрен. Так, я понял, нам нужно туда попасть. Попадаем, ребята. Как только мы попадаем... Твою нахрен. Попадаем. Да стой ты нахрен! Ах, ты ж... Мы тебя просим, любимая ты наша лодочка, всем нужна. Ты всем нужна, лодочка, стой, пожалуйста, на месте. Стой! Стоять! Паскуда, стоять на месте! Нет, я пошутил, лодочка! Лодочка, стоять на месте! Лодочка, я пошутил! Лодочка! Да, вздрючил по самые помидоры и огурцы эту карту! Ах, ребята, как вы не представляете, мать Тереза, сколько я эту карту проходил, это просто с ума. У меня крыша едет с этими картами, это с ума можно сойти. Давайте станем вместе, точнее не вместо, хай, привет. Привет, я тебе на голову насру, иди сюда со своим приветом. Вот. Не, ну все же, ребята, я пошутил, карта, конечно, крутая, и давайте не будем оскорблять создателя этой карты, потому что карта реально крутая, хоть мне кажется... Было бы круто, если бы тут было не только 5 уровней, а 25. И вот эти 5 последних уровней были бы самыми сложными, самыми последними. А то для новичка, в принципе, который никогда этим не занимался, впихнул самые тяжелые уровни на самом начале. Enjoy the map. Ага, да. Мы заэнджоли вот эту мапу, да. Да. Охренеть, как можно написать enjoy the map, если это такая сложная карта. Ладно, ребята. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия, хоть, в принципе, не так-то легко было ее записать, потому что, как вы видели, эта карта реально тяжелая. Вы можете ее скачать, и вы можете сами ее пройти, если у вас, конечно, получится вздрючить вот эти 5 уровней, потому что они реально тяжелые. Но, ребята, не забываем ставить лайк. Набираем 1500 лайков, выходит новая серия как можно быстрее, ребята. Чем быстрее наберем, тем быстрее выйдет, не забываем. Не поленитесь, ребята, поставить лайк, это очень просто и очень, это очень быстро, но за это я выпущу новое видео как можно быстрее, ребята. Не поленитесь. Также подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята, я буду этому очень сильно рад. 2 секунды на меня потратить не так-то много. 1 на лайк, 1 на подписку. Ребята, за это я буду любить вас еще больше и выпущу для вас новое видео как можно быстрее, я вам даю свое слово. Я скажу спасибо большое за тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы большущие молодцы, вы не перематывали, вы не выключали, вы реально заслуживаете уважения. Приходите на мой канал каждый день. Видео выходит каждый день, я всегда жду, я всегда буду рад вас видеть на просмотре. Буду рад вашему присутствию на моем канале, ребята. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Не сходите с ума, ага.